Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на канале Дионис. И сегодня ролик опять без дегустации на канале YouTube. Дело в том, что в связи с теми изменениями, которые на YouTube происходят, то есть это очень сильное ограничение возможностей что-то делать, просматривать контент, а тем более его туда загружать, я принял решение открыть канал под таким же названием на площадке Дзен. И я уже делал ролик, где призывал вас, дорогие друзья, подписаться на этот канал, потому что он будет продолжать жить там, и дегустации, и обзоры будут продолжаться, и уже продолжаются, там есть уже ряд новых роликов. И я очень прошу вас, подписывайтесь на этот канал, и также точно смотрите, ссылка на этот канал будет в описании к этому ролику, также в комментарии я ее оставлю. И единственное, хочу сказать, что по возможности смотрите полностью, потому что там продвижение канала возможно только если смотреть полностью ролик, и в том числе с рекламой. Там есть 1-2 рекламы за то время, которое длится ролик. И желательно эту рекламу тоже смотреть. Но в то же время не советую вам отписываться от канала, который находится на YouTube, потому что слухи разные ходят, и дай бог, что, может быть, все изменится в лучшую сторону, и YouTube будет продолжать жить, и тогда я буду выкладывать ролик и там, и там. Дело в том, что вот уже неделю назад я попросил об этом, и, честно говоря, очень мало людей подписалось на канал на Дзене, даже, я не знаю, наверное, не то что... Наверное, 30-я, может, 20-я часть людей. Очень мало, короче. Как и на YouTube, там канал подразумевает, чтобы ему двигаться, чтобы он был максимально доступен. Тут должно быть подписчиков достаточное количество, и просмотров достаточное количество, и комментарии, и лайки. В общем, все то же, что и на YouTube, только как-то еще так. Если на YouTube, только когда канал начинался, его сразу было видно, стоит только ввести название, то там нет, там не совсем так. Там нужно набрать определенное количество подписчиков. Так что вот у меня, дорогие друзья, такая просьба. А самое главное еще я хотел бы добавить, чтобы не было отчаяния, чтобы была надежда, что все скоро станет замечательно, что наступит мир, и тогда не будет вот таких никаких проблем, какие сейчас есть. Конечно же, желаю вам здоровья, желаю возможности употреблять хорошие продукты, хорошие напитки. И надеюсь, до встречи на новом канале. И всех благ, до свидания.